Семикратный чемпион мира по сумо и пятикратный чемпион мира по армрестлингу Алан Караев из Северной Осетии тяжело болен. Для спасения его жизни нужна срочная операция, которую могут сделать врачи в Германии, но у семьи нет на это средств. 42-летнему спортсмену вызвалась помочь звезда российского шоу-бизнеса Анна Семенович. Она опубликовала пост на своей странице в социальной сети. Друзья мои подписчики, эта история про очень хорошего человека и гордость не только Осетии, но и всей России. История настоящего героя, победы которого не раз заставляли наши сердца замирать от гордости. История отличного парня, сына, мужа и папы. Это Алан Караев, и он очень серьезно болен, рассказала Семенович. По ее словам, в январе Алан был госпитализирован в Северокавказский медицинский центр в тяжелом состоянии из-за расслаивающейся аневризмы аорты. Ему провели 3 операции, в том числе, сложнейшее хирургическое вмешательство на сердце, которое длилось более 11 часов. Спортсмен потерял много крови. Главврач Бесланского центра Ролан Уртаев и его команда совершили настоящее чудо. Но судьба продолжает испытывать чемпиона на прочность. Новый тяжелый диагноз, и семье Караевых очень нужна наша помощь. Счет идет на дни. Единственная клиника, врачи которой вызвались помочь нашему великому спортсмену, выставила внушительный счет, с которым обычным людям не справиться, отметила певица. Знаменитость попросила поклонников помочь спортсмену. Мы просто обязаны встать рядом с Аланом и его родными в этот час испытания. Алан – бесконечно гордый и скромный человек, привыкший всего добиваться своим трудом. Но иногда даже несгибаемым богатырям нужна помощь и поддержка, добавила Семенович. Известно, что Алан Караев на ринг выходил под прозвищем «Малыш». На счету спортсмена многократные победы на первенствах мира и Европы. С 2016 года он руководит Федерацией сумо России. Борец женат, вместе с женой они воспитывают 3 детей.